Всем мое почтение, друзья. И сегодня 12 апреля 2022 года. И вот, смотрите, буквально уже второй раз мне звонят с Польши. Ни таких родственников, ни таких знакомых я не знаю из Польши. Первый раз звонили, якобы какая-то гуманитарная организация начала расспрашивать про состояние гуманитарное тут в Украине. Потом этот звонок сорвался, короче. А потом, короче, вот это сегодня два раза мне кто-то с польского номера звонил. Чего вы мне звоните? Я даже не брал трубку, сразу отправил заблокирование. И все. Чего вы звоните мне? Я не знаю, я простой человек. Откуда я знаю, какая тут гуманитарная обстановка? И вообще, где вы взяли номер? Кто дает украинские номера у Польши каким-либо организациям? Ни до войны, даже во время вот этих более жарких обстановок в Киеве, никто мне не звонил, а сейчас начали названивать. Я лично считаю, что кто-то сливает эти номера. Вот такая вот обстановка, ребята.